Если что, это велосипедный полицейский еж, специально для того, чтобы шины прокалывать. Салют, ребятушки. Меня по-прежнему зовут Саша. Это мой видеоблог. Помните, я на прошлой неделе рассказывал про соревнования велосипедные, на которые можно было бы заскочить. Так вот, в принципе, я заскочил на одно из соревнований, естественно, на московское, вот на ВДНХ «Спутник», который какой-то там, что-то там проходил. Вот, в Питер я не поехал. Ну, времени то ли не хватило, то ли не хотел, то ли не знаю, в общем-то. Напишите где-нибудь в комментариях, были вы вот на спутнике критериум, который называется, да, на прошлых выходных, либо, может быть, вы в Питере куда-то ходили, либо, может быть, вы в какой-то своей локальной движухе велосипедной тоже участвовали. Ну, а сейчас, как бы, с мест событий. Лидером класса МАГА сформировалась это Никита Цветков, Иван Сабрусев и Степан Шушков. С погодой, как видно, вообще, в принципе, повезло. Вот. И в целом атмосфера кайфовая. То есть сам по себе круг небольшой, там порядка что-то там до 600 метров. И получается, что велосипедисты довольно-таки быстро проезжают, а к участию допускаются только профессионалы. Вот, соответственно, у них и скорости повыше, и они как бы гоняют, ну и какая-то динамика вообще у этих соревнований вполне себе даже нормальная. Вот, и были и какие-то крушения, и что там только не было. И погода была и хорошей, и одновременно и не очень. Ну, в общем-то, да, бывает такое. Однозначно вообще ходить на такие соревнования нужно. Есть там ада, которая что-то там со сцены стоит, развлекает. Ну и, в принципе, народ как бы стоит, тоже смотрит. Зеваки обычные, просто ребят на велосипедах, которые приехали поддержать. Ну, в общем-то, нормальное движение. Не лидера. Сейчас вот лидера. Наверное, 500 тысяч кругов наездили. Молодцы, ребята. Сейчас даже начнет справлю. Ребят, которые только что проехали, скорее всего, сейчас на круг замкнут. Смотри-ка, пилотон прям едет хорошенечко. Да, велодвижуха, соревнований и все, что с этим связано, это, конечно, прикольно, но можно, в принципе, сгонять на всяческие разные другие интересные интересности. Например, вот я тут даже был еще и на регби. Казалось бы, в России это вообще не популярный вид спорта, но, тем не менее, тоже интересный и довольно-таки доступный. И на трибунах тоже там дружелюбная какая-то всяческая атмосфера царит. Правил ни хрена не знаю, но интересно. Номер 5, Андрей Джонсон. Номер 6, Роман Козин. Номер 7, Андрей Комбатов.
Номер 8, капитан команды Виктор Антюк. Болельщиков довольно-таки много. В перерывах между таймами можно посмотреть, как девчули пляшут, ну, либо сходить в кафе, прихватить чай, кофе, либо пивас какого-нибудь. В общем-то, забавно время провести с коллегами, друзьями и так далее и тому подобное. Есть стена славы и команда слава, ну и слава имеется в виду, в общем-то, вот, всяческие их достижения и прочие штуки. Неделя или недели выдались спортивные. Занимайтесь сами спортом, поддерживайте ребят, которые занимаются спортом, и как бы всем воздастся. Да. У меня на этом все. Держу в курсе. Всем хорошего дня, веселого настроения. До свидания.